На площади Куйбышева в разгаре монтаж главной новогодней ели. На каркасе закрепляют пушистые ветки. Осталось сделать несколько нижних рядов и самую верхушку. Ну и, конечно, самая приятная часть – украшения ели игрушками и праздничными гирляндами. Впрочем, к Новому году готовится весь город. Как идет эта работа, обсудили на совещании в городской администрации. Глава Самары Олег Фурсов поручил ускорить темпы, чтобы Самара преобразилась не за неделю до Нового года, а гораздо раньше. Елки уже установили в парках и скверах. В трех парках идет заливка катков. Один из главных источников праздничного настроения – иллюминации. В этом году ее будет гораздо больше. Уже смонтировано больше 2000 гирлянд, консолей, подвесов, светодинамических композиций. 23 километра светодиодных гирлянд. Впервые в Самаре яркими гирляндами украсят деревья, причем не только хвойные, но и лиственные. Всего таких деревьев будет около 600. Не только силами муниципальных предприятий преображается город. Поучаствовать в праздничном оформлении предложили коммерческим структурам и промышленным предприятиям, которые охотно откликнулись. Они будут украшать фасады, витрины, устанавливать подсветку и елки рядом с магазинами. Гирлянды, подсветка – это все создает определенный колорит города. Мы с вами в этом году реализовывали программу «Цветущий город». Я думаю, те, кто вот около входа в свое предприятие, в свой магазин высаживал цветы, обратили внимание, что поток клиентов увеличился. Потому что всегда приятно приходить туда, где опрятно, чисто, аккуратно, где красиво. И вот эту идеологию, я полагаю, нам нужно с вами распространять более активно. Яркие световые композиции будут радовать горожан ежедневно с 16:40 до 8:30 утра.